Привет, мы Так находимся в ВД Якиманка, и отсюда только что ребята там отпустили Владимира стоят, как это Малышева. долбят. Мы, наверное, час стояли около двери, пытались вырваться. Владимир, привет, расскажи, что там было, за что тебя вменили? Ну, ты имеешь в виду удивление? Ну да, события ну, снаружи знаете. В отделение нас привезли, ну, по их словам, около 8 вечера. В принципе, ну, как обычно, все ждали 3 часа, через 3 часа ничего так и не было. То есть не составлено протокола, там все бегают, никто не знает, что делать, начальники ругаются, звонят куда-то, решают, что с нами сделать, за что задержали. Все милиционеры подходят, спрашивают, за что вас задержали, я говорю, естественно, не знаю, никто не знает, за что задержали. Ну, просто пошли прогуляться с цепями, что не имею права. Ну вот, и как бы такие вопросы, и вот только час, вот когда мы стали уже вырываться, то есть практически там стали около двери, там пустили музыку, свет там Настя выключала. Они срочно сели что-то писать, вот они в итоге написали 20.2, и я отказался, естественно, подписывать. Ну, сейчас, видимо, всех остальных ребят все то же самое. Что ты вообще посоветуешь тем, кого задерживают, как себя вести? Нет, ну а как есть на самом деле закон? Мы не нарушаем закон. Что значит? Естественно, есть возможность сотрудников милиции задержать тебя на 3 часа. То есть в течение этих 3 часов, естественно, можно. Ну, то есть они, ну, к сожалению, по закону имеют право задержания там, по каким-то поводам. То есть, если уж привезли, то лучше подождать это время, а потом, соответственно, уже решать. Ну, мы как бы бучи довольно-таки очень капитально там ребят завели. Я думаю, сотрудники милиции там все реально на ушах стоят, потому что сегодня был особо такой веселый контингент. Там Настя Топор, Дергачев, его там. Поэтому так, повеселились с ним. Я думаю, сотрудники милиции. Вот примерно так.